4 января в Самарском храме святого праведного Александра Чигринского, что находится на улице Днепровской, отмечали престольный праздник. Открыт он был в 2018 году, но уже сегодня многие жители нашего города его знают и любят. Это первый самарский храм, освященный в честь святого праведного Александра Чигринского. Потихонечку получается, мы становимся сейчас на ноги, что-то уже сами можем нести, какое-то послушание где-то нам помогает. Но на самом деле хотел бы, конечно, поблагодарить многих священников, которые приняли непосредственную помощь в устройстве нашего храма. Множество людей вот приходили и оказывали действительно такую серьезную материальную помощь. Конечно, нету, знаете, такой тенденции быстрого роста, но тем не менее потихонечку идем, движемся по пути спасения. И вот даже если сравнить жизнь и формирование нашего прихода с жизнью святого праведного Александра Чигринского, ведь у него жизнь была тоже, на самом деле, очень тяжелая и трудная. Он не имел каких-то там в жизни определенных там высот, каких-то салютов, никогда у него в жизни не было. Но, тем не менее, он шел очень верно и усиленно к своей цели. Будучи частью семинарии, как бы он там тяжело заболел, и после этого у него были проблемы с ногами, очень, да, в самой смерти. Все равно он шел. Ему предлагали отчислиться. На что он сказал, что пока если меня отчислят, тогда да, а так я буду учиться. Трудился, Господь ему дал. Так и наш приход. Мы трудимся, Господь нам дает. Порой мы не знаем, откуда и как, но дает. Вот такие вот чудеса происходят ежедневно. С конца XIX века Александр Юнгеров, так звали святого в миру, жил в Покровском Чигринском женском монастыре, расположенном в Николаевском уезде Самарской губернии. Именно с этого времени он стал известен на всю Россию как старец, великий молитвенник, обладающий даром обращать сердца людей к покаянию, исцелять духовно и физически. Он всю жизнь свою молился искренне, честным сердцем. Вот когда он порой служил в одной деревне, в других местах, когда его по своему назначению, вот храмы были пустые. Он приходил и просто молился, совершал литургию, богослужение, молебны, все служил с великой любовью. И вот люди это видя, люди и пришли к нему, и приходили. Он множество дел сделал добрых, множество оказал людям помощи, построил храмы, восстанавливал только благодаря молитве. Поэтому нет смысла искать каких-то, к примеру, возможностей. Просто нужно помолиться искренне, с любовью к Господу, и он обязательно даст. Человека пошлет или возможность, но тем не менее он как бы нас услышит. Thank you.
милостью Божией мы с вами совершили сегодня такую прекрасную и чудесную литургию, помолились Господу, святым, Игорею Христовому праведному Александру Чеврийскому, в кои же день вспоминается его блаженная кончина. Самый главный момент в жизни православного христианина – это молитва, которая приближает нас к стяжанию Духа Святого. Если человек перестает молиться, перестает разговаривать и беседовать с Господом, с Божьей Матерью, со святыми угодниками, то человек становится пустым, опустошенным. И вот, дорогие мои, я сказал уже, что молитва является и имеет главенствующее положение в нашей с вами жизни. Так и святой праведник Александр Чеврийский прославился прежде всего не только своими чудесами, исцелениями, помощью, прозорливостью, но прежде всего своей великой, сердечной и теплой молитвой. Так и мы с вами, дорогие мои, как местные жители, как те, кто имеет такого великого и святого, а на самом деле, дорогие мои, он очень велик. Если просто посвятить определенное время изучению его жизни, заметок его памяти, то мы просто ужаснемся от его величия. Он при жизни людей воскрешал. Человек пришел, а человек умер. Ну как там, возмутился Александр Чеврийский. Как так? Встань и принес покаяние, сказал ему, и не причастился телу и крови Христову. И встал человек, принес покаяние, причастился и уже после этого только с миром почил. Поэтому, дорогие мои, давайте с вами тоже будем внедрять в нашу жизнь такую традицию, чтобы не начинать день без молитвы перед хотя бы иконочкой, что правит Александр Чеврийский. У нас есть покровитель Самары, это Алексей, митрополит московский, да, все его знают прекрасно, который жил в 13 веке. Вот. Ну и вот Александр Чеврийский, который жил больше 100 лет назад. Величие этого святого можно оценить, ознакомившись с его житием. Вот, когда узнаешь, прочитаешь это житие и узнаешь, что человек воскрешал из мертвых людей, изгонял бесов, исцелял больных. Вот. И проповедью своей он действительно уподобился святителю Иоанну Златоусту. Пример веры, конечно, он подавал. Вот. То есть какую надо иметь веру, да, чтобы воскресить человека. Как он терпел безропотно, смиренно трудности. Служил 40 лет в храме Святой Троицы в селе Балаково, ныне это город Балаково. Тогда это, конечно, была нищета, это была крайняя бедность. Это были сложные условия, холод, он действительно застудился очень сильно. Вот. Но человек все это смиренно переносил, то, что ему посылал Господь. В этом, конечно, подвиг стойкости. То есть этому надо поучиться очень многих. То есть мы любим полежать в постели, там, понежиться, да, оставляем молитвенное правило. Кто-то вообще редко ходит в храм. Вот. Этот человек показал образ и пример, как надо действовать, как надо служить Богу. В то время было очень много раскольников, всевозможных старообрядцев, то есть он проводил с ними миссионерскую деятельность, такую, скажем так, работу с ним. Люди обращались, каялись, обращались к Богу, вот, видя, как он служил искренне. То есть он, не было случая, чтобы он, когда служил в алтаре, служил без слез. И правилом поставил себе, значит, когда от него люди уходили с исповеди, никто не уходил так же без слез. То есть вот с каким он умилением, с каким, значит, чувством сердечным он служил Богу, вот это, конечно, поражает воображение.
Добрый ночи, Александр, моли Бога нас. И да умотворишь милостыню, не воструби пред собою, як же лицемерии творят в солнышек и в стонах пути. Стоящие молитесь, якогда являться человеком, аминь, глаголю вам. Помолись Отцу Твоему и же в тайне, если стой в тайне, в тайне воздаст себе явя. Хлеб наш насущий дашь нам есть, и оставь на долги наши, як и мы оставляем должником нашим. И не его, я присарствую себе слава, во веки веков. Господом Арцельси! Господом Арцельси! Похоронен Александр Чигринский был около Покровского монастыря. На его могилке построили часовню. В знак продолжающегося молитвенного пребывания батюшки на земле день и ночь не угасала здесь лампада. В 1927 году часовню разрушили, а через несколько лет, когда могилу открыли, оказалось, что мощи остались нетленными. И после его кончины, когда уже Покровский женский монастырь уже разорили, там осталась могилка батюшкина. И уже потом также с его могилки приходили, брали земельку и брали, вот почти до него, до гроба докопали. Но тем не менее, то есть людям помогал он даже по своей блаженной кончине. И во время жизни помогал, и после помогал. И даже вот говорят, что после уже разорения, даже когда пытались его, как бы, большевики считали, что там у него много богатств было, даже его раскопали, есть такие преданные документы, что его раскопали, думали, что там какие-то сокровища зарыты, а нет. Потом даже его так без гроба положили, обратно землю присыпали. В июне 2000 года состоялось обретение мощей Александра Чигринского. Честные останки перенесли в соборный храм Иверского женского монастыря Самары. В октябре 2001 года Александр Юнгеров был канонизирован в лике местно чтимых святых Самарской епархии. День святого Александра Чигринского празднуется православной церковью три раза в год. 4 января, в день его кончины, 22 июня, в день обретения мощей, и 12 августа, когда отмечается собор самарских святых. В январе 2020 года фрагмент мощей святого из Иверского монастыря был передан в храм святого праведного Александра Чигринского. А в канун престольного праздника в храм пожертвовали еще одну святыню. Буквально вчера нам была передана даром икона скоропослушницы с горы Афон, с монастыря Дахиар. Монахи перед ней молились, перед ней совершалась молитва, творилась. Теперь же она будет радовать нас своим присутствием. И теперь будем обращаться к Божьей Матери, к этой иконе, уже здесь, на Самарской земле, в этом самарском приходе.
Удивительно, еще совсем недавно на месте храма была заброшенная котельная. И вот сейчас здесь такое благолепие. Храм, вот храм, в котором мы сейчас находимся, это не просто храм. Здесь также базируется детский епархиальный образовательный центр. То есть также занимаемся детьми, собираем церковный хор, развиваем различные такие детские объединения. То есть да, потихонечку детей на данный момент не очень много, но есть. И с каждым, можно сказать, воскресеньем все ребеночку прибавляется. Еще прихожане очень надеются, что появится возможность построить колокольню. Но мы к этому стремимся. Есть места под колокола, то есть, ну, это, конечно, в далеком будущем, наверное, все-таки, но нужно, чтобы какие-то было колокола висели, чтобы людей извещали богослужения, праздники, это должно быть. Но к этому будем идти потихонечку, с помощью Божией и с помощью наших прихожан. На этом программа подошла к концу, но история Самарского храма во имя святого праведного Александра Чигринского, как мы видим, еще только начинается. Мы надеемся вернуться сюда снова, чтобы продолжить рассказ о нем. До новых встреч! Храни вас Господь!